Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. Видео сейчас выходит немножко реже. У всех каникулы. А мы начинаем. Конкурс будет немножко позже, условия точнее. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Первая посылка вот такая громадная, поэтому я ее открываю сразу на эту камеру. Я думаю, она будет интересна не всем, но если вдруг кто-то увлекается фото-видеосъемкой, то, возможно, оценит. Компания Zomei, Professional Tripod. Ну, не знаю, возможно, конечно, не совсем профессиональный, но что-то более-менее стоящее. Штатив мне обошелся в районе $30. Достаточно увесистый, на посылке было написано 1,5 килограмма. Ну, в принципе, да, где-то 1,5, я думаю, будет весить. В комплекте идет чехольчик. Какая-то бумажка, позвоните Кузе. Силикагель, чтобы влагу впитывать. И инструкция. США, Франция, немецкий, еще каких-то итальянский, японский и китайский. Короче, на многих языках инструкция, но, в принципе, она нам не нужна, мы просто разбираемся со штативом. Первое впечатление от этого штатива. Он очень такой массивный, и по сравнению с тем, что были у меня до этого, там по 10 баксов с Китая, он отличается кардинально. То есть тот, если, допустим, стоит, и я его чисто случайно немножко цепляю, он уже начинает ходить ходуном. Здесь этот стоит практически мертв. Ну, так как я поставил его на стол, в принципе, небольшая вибрация идет, но если установить на жесткую поверхность какую-то, будет все отлично. Голова поворотная, что по горизонтали, что вот по вертикали получается. Имеется ручной стартер. Люди постарше, я думаю, поймут меня, которые сдавали, допустим, на газонах каких-нибудь старых на права. Вроде бы должна быть съемная голова, точнее площадка, да, площадка действительно съемная, и это очень удобно. Вы ее поставили, фотоаппарат закрепили, вам не надо каждый раз откручивать головку. Отщелкнули, сняли площадку, у вас фотоаппарат на нем, переписали все, что вам надо, или положили его отдельно в сумку, штатив лежит отдельно. Это очень хорошая, удобная вещь, удобная функция, я бы сказал. На каждой из трех ног находится поролоновая проставка. В первую очередь это надо для того, чтобы зимой, в холодную пору года, просто даже какую-нибудь, не обязательно зима, вы могли спокойно в руке нести этот трипод, и у вас не было никакого дискомфорта при носке. Так как металл всегда холодный, а зимой еще холоднее. И вот это очень удобно. Внизу имеется фиксатор, то есть вы выставили на нужную вам высоту, закрутили, и он уже никуда не складывается. Имеется крючок для подвешивания груза. Если снимаете в какую-то ветреную погоду, и он у вас немного начинает неустойчиво стоять, начинает болтаться, вы подвешиваете какой-нибудь пакет там, с кирпичом, с камнями, со всем чем угодно. У вас штатив более жестко, более устойчиво стоит. Ну, также можно подвешивать просто какое-нибудь свое барахлишко, если он у вас высоко поднят, у вас будет тогда свободная рука. Так, что еще хочется сказать по первому впечатлению этого трипода? А больше, наверное, нечего. Вся остальная информация, я думаю, если кого-то конкретно заинтересует, вы у меня спрашиваете в комментариях, я отвечу. Не буду затягивать, потому что этот товар достаточно специфический, и большей части моих зрителей, я уверен, это неинтересно. Переходим дальше. Колечко для телефона в подарок закинули. Ну и здесь находится Blackview A7. Комплектация. Обычная вилочка, не надо никакие переходники. И шнур USB, микро-USB. Длина приблизительно сантиметров около 70-80. Мануал английский.
Ну, нам он не нужен. Давайте посмотрим, что же это за чудо. Пришлось немножко погеморроиться с установкой русского языка. Заходите в настройки, заходите в язык и ввод, заходите в языки. Здесь на первом месте у вас стоит английский язык. Вы добавляете язык, который вам надо. Я добавил русский, естественно. И потом, чтобы язык был активирован, вам надо зажать ваш язык и перетащить его на первую позицию. Тогда у вас будет стоять русский язык. Если вы этого не сделаете, то у вас по умолчанию тот язык, который стоит на первом месте, он и будет основным. По этому телефону 1 гиг оперативки, 8 гигабайт встроенной памяти, тип экрана емкостный. Аккумулятор, короче, съемный, да, действительно съемный. Изначально, когда он пришел, он был заклеен небольшой пленкой, чтобы не разряжался в пути. Разрешение 1280 на 720, фронталка 2 мегапикселя, основная 5 мегапикселей. И аккумулятор 2800 мАч. Если вам интересны более детальные характеристики этого телефона, ссылка будет в описании. Вроде бы я ничего об этом бюджетнике так и не рассказал. Не показал толком, как он снимает, как он фотографирует. По факту, я считаю, съемку, фото, все удовлетворительно. Он стоит однозначно своих денег, приблизительно $50 его цена была на момент покупки. Такой аппарат однозначно подойдет людям старшего поколения, которые не играют в новомодные мощные игрушки, которые просто хотят запечатлеть какой-то момент в своей жизни. И пусть это будет фотография не очень высокого разрешения, не супер офигенного качества, зато это будет память. Заказал этот шарик для своей собаки, но после того, как вскрыл пакет, понял, что она его не получит, потому что здесь имеются сборные элементы, точнее не имеются, а он полностью состоит из таких полых трубочек, которые собираются в единое целое. Поэтому не рекомендую такую игрушку для собак, только если вы будете брать ее для кошек. Ну или не знаю, может хомяки какие будут играться, или рыбки на крайний случай. Но собака однозначно достанет колокольчик, если она не особо умная, она его съест. Ну или просто истрепается очень быстро и придет в негодность. Этому гамбургеру около 2 недель с момента распаковки. Сразу собака очень сильно заинтересовалась им, играла, наверное, около нескольких часов. Потом достала пищалку, разгрызла ее полностью в хлам и потеряла интерес практически полностью. На протяжении нескольких недель она изредка хватает его в зубы, немножко потеребит и бежит за своими старыми игрушками. Не знаю, почему он ей не нравится, на вид он очень прикольный. Но Бука своим поведением дает понять, что игрушка неинтересная. И у нас еще несколько посылочек. Заказываю такие наклейки уже не в первый раз. Качество очень хорошее. Вроде бы как винил по названию у продавцов. Влаги не боятся, держатся на предметах очень здорово. Единственный минус этих наклеек, что их нельзя выбирать поштучно, а продавец отправляет их рандомно. В этот раз мне попалась какая-то извращенная фантазия китайского продавца. Здесь присутствует, я извиняюсь, пидорастия, похабное поведение различных мультличностей и людей. Ну и давайте уже откроем последнюю посылочку, посмотрим, что в ней приехало. И сразу хочу сказать, что по условиям конкурса, как всегда, поставить лайк, подписаться на мой канал и написать абсолютно любой комментарий. Розыгрыш, как всегда, приблизительно через 10 дней. Желаю всем удачи! Здесь у нас находится вот такая просто бутылка для воды. Имеется шлейка, силикагель. Или, возможно, еще что-то, я не знаю. Это просто моя догадка, что здесь силикагель. Еще какая-то хреновина, которую достать невозможно. Так, ладно, это мусор. Все, наклейка. И крышка открывается
нажатие. А, скидывается еще вот хреновина такая. А, все, вот разобрался. Короче, она закрыта. Нажимаете на эту штуку, она за счет пружины отскакивает. Вот эта вещь прорезиненная. Здесь тоже находится, ну, не резина, скорее силикон, наверное. Надеюсь, что он пищевой какой-нибудь. И закрывает два отверстия. Если посмотреть отсюда, то совпадает полностью по отверстиям. Сейчас налью воды и попробую перевернуть, посмотреть, будет ли протекать. Качество бутылки порадовало. Вода не сочится, не проливается ни в положении вертикальном, ни в горизонтальном. Поэтому могу рекомендовать такой товар к покупке, если вы занимаетесь спортом или просто любите хлебнуть какого-нибудь напиточка или жидкости в тяжелый рабочий день или где-нибудь на тренировке. Единственное, что хотел уточнить по этой бутылке. Первое. Вот эта крышка не до конца прилегает, оставляет небольшой зазор по сторонам. Но за счет того, что очень плотно прилегают силиконовые прокладки, вода не сочится. И второе. Сам материал. На мой взгляд, это достаточно хрупкая какая-то пластмасса. Хотя, может, и ошибаюсь. Не буду ее бросать, не буду устраивать ей никакие краш-тесты. Мне сейчас ребенку надо на тренировку эта бутылка. И я думаю, если он будет ее носить аккуратно, она ему прослужит верой и правдой достаточно долгое время. Также хочу добавить, что эту бутылку очень удобно мыть. Очень широкое горлышко. И поэтому применить какой-нибудь ёршик не составит никакого труда. Ссылка будет в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале по ссылке из Китая. Пока-пока.